Вы можете придумать какое-нибудь осмысленное название для своего ноутбука. Щелкаем на имя, указываем новое, например, First Notebook, и сохраняем. Можно дальше нажать Save. Теперь ваш ноутбук сохранен, и когда вы в следующий раз зайдете на Вакари, вы сможете открыть его в том месте, собственно, том, на чем вы закончили. Можно этот файл увидеть в списке вот здесь в левой панели, если нажать кнопочку «Обновить» Refresh List. Вот он, наш first ноутбук, здесь указан.